На однодневной смене для людей пожилого возраста Наталья Тренина уже второй раз. Начать свой маршрут по мастер-классам она решила с танцевальной станции. Мастер-класс отличный. Получил бодрости, даже жарко стало. Это единение. Раз. Забота. Два. Хорошее настроение. А хорошее настроение что дает? Здоровье. Путевку в детство людям пожилого возраста подарил Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. В этом году мастер-классы для людей старшего поколения приурочили ко Дню пожилого человека. Такие мероприятия для людей старшего поколения очень важны. Во-первых, они должны чувствовать, что о них помнят, что их любят, что о них заботятся. На территории лагеря разместили 6 станций. Участникам показывали, как правильно пользоваться камерой смартфона, обучали народным танцам, учили украшать и расписывать пряники. На некоторых станциях мастера давали каждому участнику оценку за проделанную работу, чтобы потом наградить дипломами самых лучших. Михаил Ермоленко, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.